Вот-вот начнется очередной матч чемпионата. Команды уже на поле. Мы, комментаторы Юрий Розанов и Василий Соловьев, на своих местах. Надеемся, что и вы, уважаемые зрители, тоже. Спартак и ЦСКА. То, что будет, это понятно. А биток-то на трибунах, он гарантирован просто одной вывеской. Правда? Это главная московская вывеска футбольная на сию пору. Позвольте представить вам судью нашего поединка, Алексей Бараховский. Вот как его зовут. Все ожидания теперь уже в прошлом. Игра началась. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Почти что гол. Красавец защитник. Очень опасно прервал передачу. Урадо. Урадо. Камбаров. И посмотрите, вариант прямо по центру атаки существует. Муса. Вот это мы и называем плотностью игры. Еременко. Игнашевич. Тошич. Вот тут может получиться очень интересно. Ну же! Поля не хватило. Краткая пауза в атаке. Будет угловой удар. Все это уже вратарская собственность. Шевлюк. Урадо. Глушаков. Сергей Паршевлюк. И вот он парашютик на штрафной. Кто его примет? Сейду Домбия. Тошич. О, Набабкин. Думбия. Денис Глушаков. Некое подобие стенки. Глушаков. Урадо. Кельстрём. Денис Глушаков. Камбаров. Думаю, удар! Мимо. Мимо ворот. Мимо счета, мимо денег. Вернблом. Тошич. Макеев.
Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Еременко. И вот потеря в центре поля. Урадо. Кирилл Набабкин. Вернблум. И защитник забирает. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Урадо. Ахмед Муса. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. Ушаков. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворотом. Когда доходит до углового флажка, это всегда минус защищающейся стороне. Сергей Паршавлюк. Ерничаем над ведущими новостей, скажем так. В первом тайме счет не изменился. Ну что ж, команда уходит на перерыв с сухим счетом и, по-моему, в сухих футболках. Но зато из раздевалки, где сейчас с ними будет разговаривать тренер, я уверен, что они выйдут взмокшими. Команда уважает и себя, и друг друга. Впрочем, какую-то толику телезрителей, мне кажется, матч уже потерял, потому что некоторые просто уснули. Вот, может быть, и зря они уснули. Вторая половина игры – это отдельная песня. Есть! Сейду Домбия! Положение вне игры. Кого теперь интересует, что игрок впал, не мог забить. Камбаров. Приглашает вингера к рывку. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Сейду Домбия. Еременко. Чайстрем. Артем Дзюба. Продолжайте играть, спартаковцы. Чайстрем. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Урадо. Вот шанс забить. Забирает голкипер мяч. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Арбитр поднимает флажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Кирилл Набабкин. Своевременный перехват, можно перевести дух. Глушаков. Артем Дзюба. Еременко. Останавливает игру арбитр. Что дальше? Желтую карточку арбитр показывает. Дошич. Еременко. Дзюба. Думбия. Муса. Ну и что теперь? Возможно, удар поворотом. Денис Глушаков. Хорошо позицию выбрал. Встретил соперника довольно жестко. И мяч там.
И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Тоже, между прочим, вариант возобновления или, наоборот, продолжение атаки. Аут. Чем хуже? Тошич. И не побоюсь сказать, в этом эпизоде команда в обороне играет просто плохо. Ударцом на поле. Думбия. Удар и вынимай. Без единого шанса для вратаря. Великолепный удар головой. И это гол, друзья, это гол. Именно головой легче всего поставить вратаря в тупик. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз, и еще, и еще. Образцовый отбор, показал игрок. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. Спокойно, уверенно, плотно и буквально вынужден был соперник вот допустить эту техническую помаду. Сейду Домбия. Так подкошенный. Что-то затянул. А это шанс, между прочим. Вот момент! Идет команда мяч руками. Единственный способ, когда это может делать крылья. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Честер. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Я бы не исключил любого исхода сегодняшнего поединка, невзирая даже на то, что времени осталось не так много. Макеев. Минимальный разрыв и минимальное время до конца матча. Может быть, одна атака осталась всего. Тошич. Очень органичная атака. Еще одна передача. Это шанс. Не получается удар. Очень уверенно ловят, защитники смотрят, сами увереннее будут. Последний свисток в этом матче уже прозвучал. Встреча закончена. Думаю, что тренер проигравшей команды обязательно скажет на пресс-конференции это сладкое слово «реванш» и будет ждать его. А долго ли ждать? Да тут уж как фишка ляжет. Команды некоторые, знаете, встречаются, ну, буквально в каждом розыгрыше каждого турнира, и в этом кубке, и в этом. А иногда, ну, не идет друг к другу тропинка. Спасибо вам за искренность переживаний. С вами был Юрий Розанов. До следующего матча.